Мариуполе государственная служба охраны запустила проект по установке кнопок экстренного вызова милиции на улицах города. По словам правоохранителей, данные тревожные кнопки должны увеличить оперативность прибытия наряда на место происшествия. Централизация позволяет любому гражданину, которому необходима помощь, нажать ее, ожидать прибытия наряда милиции. Что она представляет собой? Это оперативная подача сигнала тревоги на пульт централизованной охраны, где он оперативно обрабатывается и посылается наряд милиции на место подачи сигнала тревоги. Актуальность этой кнопки заключается в следующем, что при оперативном получении сигнала тревоги не теряется время на телефонные звонки и возможность по горячим следам установить правонарушителя либо преступника в том или ином происшествии. А такие кнопки установлены уже у нас в столице нашего государства и работают достаточно эффективно. Еще раз повторюсь, что воспользоваться им может любой гражданин. Это никого не обязывает какой-то бонплате или финансовых затратах. Все доступно и просто. Данная тревожная кнопка планируется устанавливаться еще в других районах города, также на оживленных проспектах, перекрестках, где большое скопление людей, где она более будет актуальна и необходима помощь нашим гражданам. Все вызова, которые будут проходить по вот этой тревожной кнопке, сейчас будут проводиться статистика по ним, результат их работы. Ну, надеемся, что в дальнейшем этот эффект поможет, как говорится, снизить правонарушения на улице нашей области.